Олени Маныча обитает крупнейшая в России колония розовых пеликанов. Она же является основным местом гнездования этих птиц в России. Здесь гнездится около 1200 пар. Кудрявых пеликанов на Маныче меньше, около 150 пар. От своих розовых собратьев кудрявые отличаются отсутствием розового цвета в оперении и курчавыми перьями на голове и верхней стороне шеи, собственно, за что и получили свое название. Свои гнезда розовый пеликан устраивает на земле, иногда в старых гнездах кудрявых пеликанов. На места размножения пеликан прилетает почти на 2 месяца позже кудрявых. Поэтому, когда у последних вылупляются птенцы, розовые могут только приступать к кладке. Обычно это происходит с середины апреля по начало мая.